Данные кировчан потеряли, а значит, долговые квитанции и огромные очереди в РКЦ могут повториться. Общественники сегодня попытались разобраться, что происходит с платежками и откуда берутся долги и угрозы судами. Для разговора с руководством РКЦ был не очень удачно выбран день. Людей было очень мало, огромные очереди, в которых люди стоят по несколько часов, в основном собираются после 10 числа, когда приходят квитанции. Неделю тому назад здесь была, яблоку негде было упасть, тоже стояла. Постояла полчаса, развернулась и ушла. В РКЦ сказали, что в очередях и неправильно насчитанных суммах виноваты не они. Данные 25 тысяч кировчан просто потеряли другой РКЦ и в другом городе. И теперь, чтобы восстановить базу данных, людям приходится отстаивать в очередях часы и тратить нервы. В основном долговые квитанции пришли тем, чьи дома обслуживают небезызвестный АКОР и управляющая компания УЖХ. В момент перехода из одной управляющей компании в другую, из одного расчетного центра в другой, очень много информации утеряно. И вот если бы возможно было указать, за какой период, обязательно бы это сделано было. Но, к сожалению... То есть долг числится за какой период? Вот что могли, да, мы в долговых квитанциях. В РКЦ пообещали, что сейчас направят все ресурсы, чтобы разобраться с платежками за октябрь. Людям приходится ходить в расчетный центр по несколько раз, чтобы доказать отсутствие долга. Представители одной из управляющих компаний дали понять, что в ноябре и декабре долговые квитанции могут прийти кировчанам снова.